Андрей долго пытался понять, кем он был среди своих в России. Очень долго боролся за справедливость для своего партнера Александра, который умер в руках у полицейского только из-за того, что он был геем. У него было столько энергии, мы все завидовали ему. Он никогда не уставал. Но этим, к сожалению, он ничего не добился, кроме одного. Однажды его поймали на улице и сильно избили. И вот тогда он понял, что ему надо бежать, потому что в своей стране его не понимают, к сожалению. Вот, это Андрей.